Это топ-геймер называл, пацаны. Да ладно, да ладно. Брату. Нет, я не хочу. Я сегодня должен был два раза в России уже съебаться. Ну, я проебал все эти блаблакары ебучие. Это же на последнем, вот только что вот меня высадил водитель, а я до этого звонил чуваку, который должен меня в Москву привезти. И он меня в блок поставил. И я теперь сегодня всю ночь в Киеве. Топ-геймер в Киеве. Ну, бля, давай, давай, давай. Давай, давай! Ты что? У тебя что, тут учительница, что ли, где-то? Да, конечно. Аркадия Иванова, учительница русского и литературы. Бля, я думаю, суровая баба. Бля, я видел, твоя рука уже вот эта левая тянулась. Тянулась к пивосу. Так бери, блядь. Ты что, я думаю, что туда, блядь, праха... Я за политику вообще ни слова никогда не скажу, ну... На политику вообще похуй, по сути, ну, сам... Мы вот в данный момент в Киеве, в UFC, там должны драться Макгрегоры, вот эти хуи. KFC. Для меня это UFC. UFC, где вот Макгрегор против Хабиба должны пиздиться и отстаивать свою точку зрения на ринге. Смотрел? Знаешь мопса? Нет. Да ладно! Ебать! Бля! Бля, бля, бля! Ничего себе! На самом деле, ты мне напоминаешь, знаешь, какой чувак? В Беларуси есть такой тип, он... Правда, не ведет свой канал, он, у него компания, он в компании, эти придурки называются, знаете, белорусская компания. И вот там есть чувак, только он, ну, подлиннее, ёпты, ну, тоже с такой же физиономией, бля, я вам говорю. Вот именно, когда улыбается и так его выслушивает, ну... Именно мимика, ёпта, мимика, вот оно. Вот это вот вонючее слово, вы посмотрите, ты видишь, как я поймал? Блять, я хотел высосать это. Ну, тебе придется залпом ебашить. Можешь поснимать? Давай. Я-то залпом. Влад, если ты отказываешься от оболони, то русская оболонь – это ничто. Вот. Возьми, я вот тебе специально везу вот это вот. Оболонь с Болдови. Оболонь с Болдови тебя похмелит еще как надо. Поэтому... Не скрывайся, Владос. Без... Руки в сиськи в ноги. Януша Болду нахуй. Бухалыча поначалу нахуй, потому что он тебе мозги будет ебать, ты сам понимаешь. И мы с тобой вдвоем, блядь, оболонье с Болдови попробуем. Давай. Так, ну что ж, пацаны, все, мы албибэчимся, вот меня чувак в моей шапке Амстердам будет провожать, и секси-бой, бля. Ну, вот да. Мне нравится твоя улыбка, нахуй. Ты немного на Кондрашова похож, бля. Тебе только плаванием ей заниматься, подводным. Шапито меня не будет провожать. Да, я чисто так. А, бля. Я ж тебе должен эту самую куфайку, блядь. Так. Именинник, да? И завтра или сегодня? Что? На бутылку сядешь. 21 сантиметр от бутылки, ёфта. Нормально буду. Мудбазель. Все, вот епашим, короче, блум-лукар, пацаны. Вот.
к сожалению, да, не получилось засейвить эти, да, не, если бы кофточку не получилось, шапочки, блядь. Шапочки, да, блядь. Но я говорю, я, блядь, потом приеду, блядь, и закуплю этих шапочек такое количество, блядь. Слушай, а тут у тебя какая-то хуйня еще? Туалетная бумага. Я вспоминал, кто такой Кондрашов. Что? Моё, блядь. Твоя Нихуя. Там бы уже бы закусон к пивосу был. Или нет? Да нет. Я ж пиво тоже, пацаны, взял с собой. В дорожечку. Ну-ка, потяни как следует. Чешский фудвайзер, блядь. Опа! Смотри, держи, это, не, это не шнурок, это... Кирилл, не уезжай. Комихере, как ее, скорпион. Комихерал, комихерал. Вот. Все, латес тузгос, бля, пацаны. Чем быстрее, тем лучше, водила уже ждет. БМВ на латвийских номерах, что ли? Надеюсь, к турниру успею, потому что турнир, блядь, скоро будет. Если надеюсь, шоу, мне в 7 часов, в 7 часов, блядь, вечера, ну, нахуй, Рома, турнирчик. Причем я ни разу с Типом не играл даже, блядь, ты представь, Саша, блядь. Так. Да тут идти, вот все, хорошо. Бля, возьми... Молодой человек, похожий на Кондрашова, возьмите, бля. Смотрите, если по прямой, там дойдете... Владу Савельеву. Это Владу Савельеву чисто презент от украинского мира, ёпта, любимого. Украинская обрыгается пивосом просто. Там можно сравнить. Львовская оболочка и черниговская. Хуйня в том, что это Владос будет сравнивать с бутылочным уже пивом. В России. Типа. Да, потому что у нас запретили, блядь, вот такие баклажи продавать. Покатилось. Максимум. Покатилось. Ну, вообще, любой. Типа, да, у них не продается. Максимум литр, по-моему. Или полтора. Да. Не, тоже пластик, да? В пластик можно, но не полтора литра. Не полтора литра. Все, ебашим. Латес туз гос, пацаны. Все, thank you very much. Увидимся, мазафака бич. Я тебя жду. Ты можешь ему договориться? Йо, я Наруто Узумаки, вы ебаные собаки, бля. Наруто Узумаки. Бля, пацаны, не знаю, насколько зарядки этой камеры хватит, но, видимо, вот то, что мигает, это может быть тот же самый человек, который нам нужен. Ну-ка, литовские номера. Все. Здрасте! Так, мы очень долго шли, честно, до вас. Так, Кирилл. Я один еду, они мне помогли дотащить. Я сказал, что у меня одна сумка, но мы так подумали, надо пивосика взять в дороже, ну не в дорожечку, а это. Так, сейчас я посмотрю, там ничего мне не нужно. Так, единственное, вот это вот возьму. Вот это вот. Мы сейчас остановимся на заправке где-то скоро. А, ну окей. Ложи все, мой милый Кондрашов. Пацаны, thank you very much. Шапку. Пожалуйста. Я хотел тебе оставить. Да ну. Она на самом деле очень раритетная. Я при помощи этой шапки обезвредил чувака с пистолетом. Ну, газовым вот тогда. По дороге расскажешь. Да, все. Все, пацаны, давайте. I'll be back with Мощадка. Люблю вас. Люблю Украину. Приеду. Ой, бля, наступи три раза. Да уже пизда уже. Раз, два, три. Ком тук вверх. Ты видел? Обожаю. Лучше мои друзья. Все. Давай. Ну что ж, пацаны, Top Gamer in the World и Сепартиз преодолели мы украинскую границу, там... загвоздочка была небольшая, попросили меня вывернуть все карманы, там, достать содержимое, даже ботинки, прикинь, проверяли на предмет всякой херни. В данный момент мы 34-й где-то так, вот, ну, в топ-30 входим. Вот, таможню, вон там машина какая-то двинулась, о, едет, вон. Там, вон, зеленая, вон видишь, надо газку, наверное, поддать. Ну вот.
по несколько машинок запускают. Вот с GoPro сейчас вы смотрите видос. Все просто в шоке на украинской границе от того, что я с фотоаппаратом хожу, спрашивают, ты что, репортер, ёпта. Да, репортер. Жук Дунулс. Но это позже. Ну что ж, пацаны, сейчас я в определенном месте. Проехали мы буферизацию. Вот, поэтому вы меня снизу и видите, потому что здесь нежелательно камерой особо монтировать. Я в полной жопе. У меня турнир 2-2 в паре со мной Стутик против каких-то ноунеймов. И не получается поиграть. Я не успеваю. Сейчас 3:30. Я приеду в лучшем случае 8-9 часов. Вообще не получается никак. То есть, по сути, я, да, засейвил камеру. Вот, камера. Проебав при этом шапку, да, две шапки. Конфеты Рошен. И, в принципе, да, ну, все, что я брал там, по сути, было проебано. Единственное, Ну что ж, пацаны, минус. Вот. Рассвет фактически уже из-за... Чё минус-то, Вожелин, чё минус? А минус такой, что у меня нет больше пакетов. У меня есть кола и недопитая бутылка Жук Дунулса. Двери открываются. Зато написано вот добро пожаловать. Ну, а добро пожаловать, знаете, добро пожаловать. Я проебал два пакета. С украинским алкоголем, да. С пивом и хорлицей. Блять. Мне до сих пор, вот честно, не верится, как так получилось, что пиво и водочка эти пакеты спиздили. Вы представляете, их спиздили. Я вам говорю, пацаны, их спиздили. Эдуардыч! Топ-геймер зовут. Слушай, это такая жопа. Эдик. Алкоголь, который я вез от... у границы Украины. Его спиздили. Хортицу, вот ты вот смотришь, да, на это. Нету хортицы. И нету пива ни Оболони, ни Львовского и ни Бели. Его спиздили. Пока я на втором этаже спал и с дрочащим хуем. Виктории спиздили, ты представляешь, вот, на первом этаже. Бля, Эдик, танцы потом. Диско ночь позже. Так, а что ж ты? Ёба, а это что у тебя там? Пизда, так это хуйня, слушай, это хуйня. Пацаны, зарядки много. Камеру не взяли, представляешь, Эдик? Камеру не взяли, а пиво, Оболонь, Львивская и Беле спиздили вместе с кортицей. Два пакета. Я в сумме 3 пакета потерял. В сумме, вот за один день. Первый пакет это было с шапками банными. Слава Украине и с гербом Украины. Заебись. Не надо, блядь, не надо. Что такое? Слава Украине. А ты в курсе, что пиво уже нигде не купить? Вообще нигде. Я хотел пиво Андрею взять. Потому что, бля, пацаны, Эдик, вот ты мне скажи, вот неужели, вот ты бы был бы способен на то, чтобы, вот выходя из магазина, спиздить какие-то сумки. Мало того, не взяли ни колу и не Жук Дунулс. Громко, я понимаю. Эдик, ты понимаешь, что я вез их, сколько, 1000 километров? 1000 километров эти пиво вместе с водкой. А для чего? Для того, чтобы с тобой посидеть. Тут сейчас бы хортица у нас с тобой была.
для Савельева, для Влада. 2,5 литра баллоне было. Там такая ракета была здоровенная. Но нет, ее взял какой-то хуй. Или какая-то хуюшка. Эдик, ты хотя бы посочувствуй мне, пожалуйста. Вот, зато Валерина кепка. Вот это вот Валерина кепка. Да. Это Валерина кепка. Мне подарили в Киеве еще.